Обана! Всем здорова, дорогие друзья! Это новое видео с нашими приключениями в GTA Online. Ну и честно говорят, что в GTA Online уже нечего делать, что уже все ее вдоль и поперек исследовали. Но у меня все-таки есть один контраргумент. И этот контраргумент есть это видео. Всем приятного просмотра! Мы начинаем! Эх, только с чего начать? Предлагаю посмотреть на то, как Коди осадит самолет на подводную лодку. Пассажирский самолет Бройлер 747 терпит крушение над водами Атлантического океана. Вот и капздец. Чувак, я внутри НЛО плаваю под водой. И на мене сей шарик взяли. Я тебе, кстати, на карте. Арманен, баба нерде чаршапен. Гордым пакетлер беним дерманем. Ты тихо невидимым, буй резко появлюсь. Сакын качма, брая гел лакетманем. Вообще, я считаю, что в GTA Online самое большое количество разных таких вот кастомных мини-игр. Их там бесконечное количество, и жизни не хватит, чтобы все переиграть. Ну а главный рецепт веселья — это играть со своими друзьями. Ну ты пиздю, блядь! Что там произошло? Нет! Ой, блин. Ой, дурак. Ой, дурак! Ты здесь. Друг. What the fuck? Ты по моей линии проехал. Серый. Там ты и серый же видал. Интересно, чем посмотреть, чем, да? Ты опять через мою полосу приехал! Да, я видел, что за хрень! Не, нихера. Я машину не успел выбрать, но она автоматически это выбралась. Да он автоматически знал, что выберется. Ого. О, ты если его задом заблочишь, то блин. Может быть. Блин! О, чего? В смысле? Я просто заехал на миллисекунду в зону. У меня он не приехал. Вообще ни разу. У меня он приехал. У меня тоже. Я в ту секунду, коли це, я ще находився внутрі, і потім моментально виїхав. Женя, витокни его, ты не успеешь. Не, ну мне кажется, тут нужно заявление валять, потому что он пробилось. Блин, он был там! Артему дадут? Артему дадут, кому же еще, он был дальше. Сиди, вон он фиолетовый. Тупо мне дверь отбили. Нет, только не на меня, что вы делаете? Минус два. Бля, почему? Нет. Как я так подхотел, смысл? Изи вин просто. Артём, ты это снимал? Чисто приятно. Чё к тебе тоже такая фигня, ты бомбил. Что это было? Бля, я думал, что они уже будут атаковать все равно. Что происходит? Бля, водителя бога. Сам пыхнул. Вау! Давай! Смотри, не, это было круто вообще, я заснял, это реально. Я опять выиграл. Серьезно. Я думал, успею вывернуть в сторону. Держим. Я держу большого. Я попробую. Не, вы поехали, а я держу. Надо ехать уже временно. Те, что против нас, да. Да. Так и есть. У меня було чітко. Вони всі тімою зайшли, а так як ми граємо щось з комп... Вони теж в конфі сидять. Да. Хто там? Скільки там осталось? Боді, ти це бачив.
давай. О, опять 2 на 2. Чего мне? Блин. Почти. Не трогай мое тело. Ой, блядь, я походу беда не иду. Да. Не особо тоже. Блядь. Есть, выкинул. Найс, 1-1. Ой, ну тут просто сейчас буду издеваться. Ой, блин, давай-ка точка, я в прошлый раз не доехал. Цей чувак, як Джезико, ты чуть не сдох, тупо на волосині був. Ти через нього перелітаєш, чуть не скидаєш його, бля. Просто їдь вперед. Він теж ж дох. My name is Giovanni Giorgio. Вот это тайминг. Блін, ну туди точно вже не дивити, стрік далеко. Ти їдеш, ти головне їдь, не обращай на нього внимання. Старайся його задержати, знаєш. Він те саме і зі мною робить. Та ти доїдеш, доїдеш, доїдеш. Такай. На, шо в срату. Ти виграв? Да. Ти виграв? Ты у меня за кругом был. Ну, GTA 5 это не только одни сплошные кастомки. В самой свободной игре есть куча разных занятий. Чего только стоит поперестреливаться со своими друзьями. С Новым годом. Я с двух сторон добегаю, ты просто. Ну давай, притворись, что ты не знаешь, где я. Да, блядь, мене оружие, либо, блядь. Где твои четыре, Артём? Ты выключил их? Да, я видео начал снимать и выключил четыре. Серый, ты в кущах все время сидел? Я просто дивился со снайпы, не понимаю, где ты на карте отображаешься, типа, где ты? Ты дивлюсь, такие халки, блин, с кустом выбегаю. Это стелс называется. Нет, пахи. Хорошая пристрелка, весело. Очень. На серого. Я живой. Пошел нахер. Артем, пошел нахер. Нахер, Бодя. Че это такое было? Эй, ты че по мне выстрелил, а? Блять. Бодя, увези меня отсюда. Увези меня отсюда. Бодя, помоги мне. Что, я вас не подогнал? Всё, поехали. Ах, ты такой мистер Муста. Ты чё сделал? Вот, точно, он нас тут не найдёт. Спасибо. Ну, маяк, давайте маяк. Маяк, маяк, маяк. Мы будто в Раст играем. Нет! Я думал, ты кулку по мне страдает. Да я маяк не могу забить. Да я до Боди залетел. Я не могу, я... Артём, убей меня. В какой игре еще возможно припарковать машину прямо на верхушку небоскреба? При этом сделав это в кооперативе. Конечно, не всегда все по плану идет, но и так прикольно. Да. Да это покруче было, чем небоскреб, я тебе скажу. Охереть. Вау. Ну вот еще скажите мне, в какой игре можно превратить машину в какое-нибудь подобие тюфтелины? Этот поезд затормозит от начала. Если долго жать на него. Ну вот еще скажите мне, в какой игре баги и читы являются неотъемлемой частью самой игры? Ладно, наверное, следующие аргументы будут лишними, и стоит просто признать,
что GTA 5 Online это лучшее местечко, где можно собраться со своими друзьями и нормально так повеселиться. Особенно сейчас, когда в игре куча контента, когда вышла куча разных интересных обновлений и наконец-таки ускорили загрузку GTA Online. Это именно тот момент, когда друзья, которые не могли раньше себе позволить эту игру, просто получили ее бесплатно в Epic Games Store. А значит, что именно сейчас настало время покорять бескрайние просторы игровых сессий в компании своих друзей. Всем огромное спасибо за просмотр и до встречи в следующем видео. Пока!